Розеветко, дай пошо на воду. Пливи, пливи з Розеветка, дайся майму роду. Мама, привет. Привет, как дела? Нормально. Привет, мамка. А что, она тебе урчит? Сильно? Угу. Дай-ка мы послушаем. Урчит? Ой, как урчит. Ну, здесь у нас сарай. Здесь у нас находятся свиньи. Чего? Кушаем. Пытаемся еще продать. Ну, свинину кому-то предлагаем. Люди покупают. Как бы свое. Знаешь ли ты, как называется твоя деревня? Да. Как? Скреплица. Хорошая деревня? Да. Котики симпатичные? Да. Люди хорошие? Да. Мама рядом? Да. А еще что? Еще. Заходите. Шарик. Я старообрядка, чистая, кровная. И отец старообрядец, и мать, и муж старообрядец тоже. Что это вся деревня такая у нас? Уже лет 400, говорят, как здесь уже вот населились. Она была гонение старообрядцев, они кто где уже разъезжались и строились так вот, устраивали свою жизнь. Ну вот, появилась, ну так не знаю откуда и что. Скреплица называлась, а чего, может тут дерево какое скрипучее было, а может кто-нибудь, может Скрипунова фамилия была, может поэтому, но мы Семенова. А это Минея. Старинная книга тоже. Это вот перед Пасхой читается. У святую великую субботу и же во святых отца нашего Епифания архиепископа Киевского Слово и погребение тела Господа нашего Иисуса Христа гробнем. Хотелось бы верить, что будущее будет оптимистичным, да, праздничным, таким ярким, как сегодняшний день. Но я думаю, что все-таки будущее у этой деревни есть.
если быть точным, у агрогородка, потому что все-таки, несмотря на тот отток населения, который идет, ну вот на сегодняшний день, может, 51 ребенок, это и немного, но в рамках, если посмотреть, да, района там, то это довольно-таки приличное, да, 51 молодых семей, 30 вот, человек насчитывается, да, трудоспособное население. Я думаю, что у этого населенного пункта все-таки будущее есть. Мне хочется верить от всей души в это. Наши гуси? Да, наши гуси. Это младшая группа, а та вот старшая группа. Все. Нельзя в деревне без хозяйства. Потому что, ну, я привык работать с детства. И работаю с темна до темна. Так сказать, от зари до зари. Пойдемте, пожалуйста. Зерно не так красиво. Вася, принеси воды. Да, хай идет. Раз уже взорвалось, ты чего? Малышка, ох, малышка, ножку дай, дай ножку, о, ножка, хорошо, молодец, молодец, малышка. Ну, вот такая у меня рабочая лошадь, на которой я работаю. Очень красивая. Да. Спортивного телосложения. Очень быстро в плугу ходит и в телеге быстро бегает. Вот. Вы ее любите? Да, я лошадей люблю. Это моя страсть. Вот у нас национальное блюдо – пироги. Так, сейчас… Пироги из чего? Пироги с картошки. Только из картошки? Да, не только… Нет, не с теста. Надо сперва сварить в мундирах картошку, так. Остудить, потом столоть. Жгут, сейчас я его соберем, раскатаем. Вот так режем. Ну, теперь раскатываем тоже. И вот так. Выпекать в печке. Такой картофельный блин. Сачень называется. Дорогие люди, приезжайте к нам в Скреплицу. У нас очень весело и хорошо жить. Мы с женой уже живем 35 лет, счастливо и довольны своей жизнью. У нас много детей и внуков. Желаем вам всего доброго и счастливого пути.